И вот такое понятие нам о частотах дает автор, что много вот на разных частотах он писал свою информацию, написал свои книги, но вот именно чтобы вот подача была информации глубокой, именно нужно находиться вот на этой безымянной частоте, нулевая частота. Это когда ты абстрагирован от социального общества, изолирован полностью, чувствуешь энергию, чувствуешь вакуум, чувствуешь свое внутреннее «я». И тогда рождается тут уже мощное что-то, произведение какое-то. Также много вот на этой именно частоте работают творческие личности. Эта частота безымянная, именно на ней вот человек, он может посмотреть на себя со стороны. Как бы тут он может взглянуть, когда находится в таком состоянии, это, как говорится, или сверху на себя, да, посмотреть, или со стороны посмотреть вообще, как протекает твоя жизнь. Ну, тут тоже, опять же, вот крайность такая, что нельзя так же долго находиться на этой частоте, а временно, вот как сейчас делает сезон, один месяц для нас Александр Король. Потому что как можно сказать о том, о чем-то глубоком донести людям, да, что если ты это, во-первых, не видишь, ты не в том состоянии, и ты это вот просто, это можно сравнить, что ты вот стоишь на этом, а не смотришь на это со стороны. Поэтому вот нужно уходить в определенные такие состояния, вот на эти на эту безымянную частоту. И тут тоже вот автор подметил хорошо, что именно на нулевой частоте вот этой, да, тут можно не только со стороны вот, да, на все посмотреть, а именно ты тут вот абстрагируешься, когда от всего, ты уходишь от дурмана этого всего. И неважно, какой это дурман, вот долго ли ты там в счастье, в любви пребываешь, тоже дурманом назвал это, что тут тоже нельзя долго присутствовать. И также нужно вот уходить от негативного дурмана. И вот, а больше вот развитие, что происходит именно на этой нулевой частоте. Именно тут вот человек чувствует себя, и именно тут вот он развивается. Вот как. Очень полезный совет Александр дал в своем видео, да, чтобы вот не находились люди в таких вот своих зонах комфорта длительное время. Потому что, ну как вот, когда стабильность, да, вот это вот, и когда тишина и спокойствие, и тебе все так кайфово, так тоже не должно происходить, потому что это природа. Как в природе, вот я уже сказала, да, вот смена сезонов там и погоды происходит, вот так же и у нас в жизни. И поэтому, чтобы не прилетело какое-то ЧП от системы, а система – это природа, это Бог, то нужно выходить из этой зоны комфорта и вот находиться на этой нулевой частоте, обнулять себя на безымянной этой частоте и смотреть на все со стороны, трезвить себя именно вот в этом состоянии. Это вот трезвость, ясность – это и есть осознанность.